Всем привет, ТБК Эмиграция, Эмиграция ТБК. Меня зовут Илья Киселев, и мы рассказываем об иммиграции на нашем канале. И сегодня мы, наверное, поговорим об одном из очень частых вопросов, которые встречаются у нас в Телеграм-канале, вообще где-либо. Нам часто задают эти вопросы. Илья, как безопасно добраться до Мексики? Стоит ли лететь через Кубу? И так далее, и тому подобное. И, э, ну, стоит, наверное, об этом поговорить, потому что мы записывали об этом шорце. Но почему-то их никто не хочет смотреть. Точнее, их смотрят, но задают одни и те же вопросы. А, собственно, разговор пойдет о том, что как добраться из России из стран СНГ в Мексику без разворотов и с наименьшими рисками. Раньше, еще там год-полтора назад, как правило, все летели через Турцию. И Турция была, туркиши были топ страной, через которую летели в Мексику. И это было оправдано, потому что это было дешево и очень надежно. Потом турки начали дурить, да, и очень много стало разворотов в Турцию. Особенно это касалось граждан Таджикистана и Узбекистана. Страны России, Беларусь, Казахстан пролетали абсолютно спокойно, без каких-либо проблем. Потом э, так получилось, что на второе место, точнее, да, Турция спустилась на второе место, на первое место повстал, повстал Дубай. Вот, а до этого там туда еще летали через Амстердам и европейские страны. Но Европа в какой-то момент просто жестко начала всех отсеивать и вообще, в принципе, никого не пускать. Если видели российский или там, паспорт СНГ, то в таком случае моментально человека снимали с рейса и просто ни под какими видами объяснениями предлогов ну, просто не сажали. Есть, части малый процент людей, которые проезжали через Европу и умудряются и сейчас проезжать, но в массовом своем сегменте в большой вот это большая-большая проблема. Потому что огромное количество людей к нам потом обращалось с Европы и говорили, а что нам теперь делать, мы потратили огромное количество денег, нам в Европе не сажают и не объясняют ничего. И ну, это прям было был, ну, большой проблемой. Вот. Поэтому в основном выбрали два направления: это Дубай да, и Турция. Понятное дело, что Дубай это дорого ну, дорого, но при этом при всем это на 100% практически беспроблемно. И все те люди, которые заказывают у нас туры там через, в Мексику через Дубай, они пролетают, как правило, вообще ну, как бы на лайте и вообще, ну, вообще без каких-либо проблем. Но это дорого, я согласен с этим. Это, это дорого. Что касаемо Турции. Турция это, да, это намного дешевле направление, через Стамбул летят, и там случаются проблемы, когда людей разворачивают. Опять же, это, как правило, Таджикистан и Узбекистан, у них целые лютые проблемы с этим. Страны России и СНГ, тут все зависит от того, какой, как, насколько грамотно и качественно собран турпакет, с которым вы летите. Если вы собираете это самостоятельно, такое тоже возможно, то вы, понятное дело, ну, определенные нюансы не знаете, да, и собираете, как правило, сборную солянку, то есть авиабилет в одну сторону туркишами, а в обратно народ там еще куда-то там летит, да, и плюс кривые косые брони, я знаю, что есть даже люди, которые фотошопят брони и так далее, и потом начинается вал вопросов к нам, которые постоянно приходят и говорят, что ой, Илья, вы знаете, нас развернули, да, вот у нас последние деньги остались, как нам самым, самым дешевым способом добраться до Мексики? Мы снова в России, допустим. Или мы там в Стамбуле. Нас до Стамбула обратно довезли, и что нам теперь делать? В Мехико не пустили. И вот мы начинаем придумывать, значит, какие-то вещи, да, на тему, как нам оформить официальный тур, так, чтобы он был максимально красивый, чтобы во второй раз они въехали. Ну, и как бы они во второй раз въезжают, но тут включается правило «скупай платит дважды, дурак трижды». Ну, а идиот бесконечно. Да? И вот тут, к сожалению, люди напарываются на такие серьезные проблемы, думают, что они умнее системы. Вот. Я не, никак не пропагандирую пользоваться нашими услугами по покупке тура в Мексику. Это, ради бога, берите где угодно и у кого угодно. Я говорю о том, что с чем мы сталкиваемся на сегодняшний день, каждый день практически. Вот. Соответственно, на сегодняшний день два основных направления попадания в Мексику максимально прозрачным таким путем без приобретения лишних приключений на свою пятую точку – это Дубай и Стамбул. Это две страны, через которых Стамбул – это город, через Турцию, через который можно спокойно долететь. Когда спрашивают, нужно ли обратный билет? Если вы летите тур по океану, который мы собрали, например, у вас эти обратные билеты в любом случае есть, у вас там отели есть и так далее. Если вы летите самостоятельно, то обратные билеты должны быть обязательны. Причем, если вы летите через Турцию, то у вас должны быть как Турция, допустим, Россия, Турция, Турция, Мехико, так и Мехика в Турцию обратный билет должен быть обязательно. Иначе турки могут не посадить на самолет в Мехика и просто сказать, у вас нет обратного билета из Мехика обратно в Стамбул, мы вас не посадим. Вы, естественно, резонно скажете, а на каком основании вам, какая разница, страна отправления, да, в этом могут мексиканцы к этому придираться, но туркам абсолютно все равно. Они вам скажут, не посадим и все, и нам плевать, что вы там будете говорить, жаловаться консулам, президентам, им вообще вот дал лампочки. Они просто разворачивают, есть куча видео руганий с администрацией в аэропортах, жалобы, да мы в суд подадим и так далее, никто никуда не подал, в итоге деньги так и не вернули, люди раскошеливались на вторые билеты да, на обратную сторону и также летели. Нас не пустили на рейс в самолет. Я впервые столкнулась с такой ситуацией и, честно говоря, была в шоке, потому что произошло это не по моей вине, а по вине турагентства. Мы летели в Канкун с пересадкой в Париже, но наш турагент решил не проверять правила въезда, и, соответственно, нас не пустили на рейс. С руганью и скандалами мы добились того, чтобы нам сняли отель хотя бы на одну ночь, чтобы понять, что делать дальше, так как мы сутки уже до этого не спали. Турагент предложил нам вылет на следующий день через Нидерланды, и мы решили рискнуть. В Нидерландах из 15 человек из СНГ... Пропустили только человек пять, остальных просто дальше не пустили. И хорошо, что мы дальше прошли и все-таки полетели в Канкун. Но понятное дело, что обратный билет им втюхивали максимально дорогой, с максимальными там таксами и так далее. То есть он получался супер золотым. Плохо это или хорошо для Турции? Наверное, хорошо с точки зрения экономики. Плохо для вас? Это очень плохо. Вы лишаетесь тех денег, которые могли бы сэкономить. Но опять же, скупой платят дважды. Далее. После того, как вы прилетели в Мехико, многие спрашивают, что нужно делать для того, чтобы вас не развернули в Мехико. Ну, во-первых, нужно походить на туриста. Да? Не нужно ввести с тобой скороварки, пароварки. Да? Вы должны быть четким туристом, который прилетает в Мехико. То есть это должен быть набор туриста. Ласты, маска и рюкзак. Ну и пару трусов и одни носки. Понятно, что шубы там явно не нужна. Далее, нужно ли... многие спрашивают, нужно ли выключать телефоны. Там? чистить, убирать какие-то свои документы куда-то. Нет, не нужно. Вот. Мексиканцам, как правило, вообще все равно, что вы там это сам или русский язык там мало кто знает, да и ни времени у них на это нет. Представляете, какое огромное количество самолетов прилетает, и разбираться в этом никому не охота. Важно им понять только следующее. Насколько прозрачны ваши билеты как туда, так и обратно. Насколько вы грамотно забронировали те или иные отели, и они действительно ли это туристические места. И действительно ли вы похожи на людей, которые прилетели туда за туризмом, а не в транзитную страну для пересечения границы в США, в то же самое. Да? Поэтому для мексиканцев важно понять, что вы действительно настоящий турист. А это можно сделать только с правильно подобранным пакетом документов, о которых себя включают билеты туда и обратно без всяких фотошопов, правильные брони, настоящие брони отелей, чтобы в случае, если мексиканский пограничник, а он имеет на это право, позвонить. В отеле спросите, действительно ли такой человек забронировал непосредственно этот отель. Если ему подтвердят, да, а это делают все порядочные турфирмы, да, они бронь четко проводят. Если отель подтверждает, то все окей, вас выпускают. Если у вас какая-то кривая бронь, покупленная на непонятном сайте или фотошопленная, при первом же звонке человек понимает, что бронь не настоящая. И что делают? Вас депортируют. То есть вам говорят о том, что вас не пускают в страну, сажают на обратный самолет, и вы в этот же день улетаете, либо на следующий день улетаете обратно в Стамбул. Да, и на этом ваше приключение закончится. И второй раз заходить будет уже сложнее. Далее. Очень многие говорят, да вот мы можем через Мехи, в Мехико, в Мексику попасть через Кубу. Это очень популярный вопрос. Куба направление родилось еще в бытность койотов, которые гоняли людей особенно из Армении, из Грузии, я знаю, и брали за это огромные деньги через Кубу, потом они долетали до Кубы и там они, они даже были лететь обратно дальше в Мексику, но их очень быстро уговаривали на то, чтобы садиться в катер, в лодку, в яхту, во что угодно, в Титаник и плыть в сторону Флориды. И говорили, что это о, супер круто, супер дешево и супер надежно. Вот, потом научились протаскивать через Кубы на опять же катерах, кораблях в саму Мексику, да, то есть это Куба это место, где вот это как бы хаб всех койотов, которые максимально протаскивают людей, ну скажем так, нелегальным способом. И понятное дело, что раздевают людей там кучу кучную. Но мало кто забывает в рекламе то, что мы, мы говорим, что через Кубу летать не надо. Но многие те, кто продают туры через Кубу, они никогда не говорят о том, что если вы летите через Стамбул или Дубай, и вас развернули, то вас вернут обратно, и вы опять повторно можете, собрав нормальные документы, вернуться обратно в Мексику. И вы проедете с нормальными документами. И вас выпустят. Когда вы летите через Кубу, Куба повторно вас обратно в сторону Мехики Мехико не выпустит. То есть вам придется лететь из Кубы, например, в Стамбул, из Стамбула уже в Мехико. Ну или в Канкун, в Мексику, в любой там другой город, куда можно влететь. Вот. таким образом, у вас добавляются еще дополнительные платежи на билет, чтобы лететь либо до Дубая, либо до Стамбула. Опять же, правило скупой платит дважды дурак трижды, оно работает здесь железобетонно. Я вижу огромное количество реклам в телеграм-каналах, в YouTube каналах в инстаграме, где все говорят, летите через Кубы, это супер классно, супер супер. Но, к сожалению, огромное, опять же, количество людей, которые нам пишут уже с Кубы, Ребята, как нам попасть вот в Мехико, вот, потому что мы вот летели в Мексику, а нас вот развернули, и кубинцы нас больше не выпускают. Говорят, летите в любую другую страну, ну, кроме Мексики. И вот тут начинаются проблемы, потому что туры они оплатить толком не могут, карты не работают. Вот, приходится пытаться как-то рублями оплатить через Россию, и огромный-огромный гигантский геморрой. И таких людей мы стараемся не брать, потому что ну, это, и это риски для нас. И опять же это риски для, для самих людей, даже что мы там, возьмем деньги за тур, а там у них пойдет что-то не так. Поэтому кубинцев мы очень не любим, не потому что нам это не нравится направление, а потому что оно изначально провальное, просто провальное. Я знаю, что есть мелкие турагентства, да, сформированные на базе телеграм-каналов, они гоняют через Кубу по одной простой причине, потому что с кубинцами легче договориться и можно наклепать, наклепать любые документы за копейки, да. И отправить человека, прилетит или не прилетит, этим общем все равно они несут никакую ответственность, и репутационные риски для них абсолютно не важны. Вот. Поэтому, ну получилось, получилось, не получилось, все деньги заработали. <как> все деньги заработали, а на туриста как бы пофиг. А дальше туристы начинают бегать уже к нам. Поэтому Куба на сегодняшний день это не самый лучший вид маршрута для того, чтобы прилететь в Мексику. Далее. Очень часто спрашивают. Хорошо. Как мы должны выглядеть? Как я и сказал в середине ролика, что нужно выглядеть как туристы. То есть, у вас не должно быть пароварок, 1 два чемодана, необходимые вещи и так далее. Всю технику компьютерную желательно подальше убрать. Понятное дело, что на сканере увидят, но если увидят, что она где-то там, какие-то планшеты, телефоны, никто за ним не полез, никому это не нужно. Вот. Поэтому какую-то важную технику лучше подальше убрать, какую-то ненужную, старые телефоны можно держать при себе, все равно их никто не заберет. Далее, если вдруг вас в Мехико там начинают прессовать и вот, отвели куда-то в стекляшку, вас в любом случае отпустят. Если у вас с документами все в порядке, вас в любом случае отпустят. Вы можете не нервничать, расслабиться, посидеть, поплевать в потолок, вас чуть поддержат, помаринуют и все равно выпустят. Если у вас косяк с документами, то в таком случае готовьтесь к обратной дороге, потому что ну, если его выявят, у вас депортнут в обратную сторону. Вот и все. Далее. Что мне делать? Вот я прилетел в Мехик, когда мне нужно пере, пере, там, переезжать в Тихуану? Мы всегда говорим о том, что в Тихуану вы можете переезжать в любое время, но в рамках э, разрешения, которое вам поставили при въезде. Очень многие спрашивают, а вот подскажите, какое количество дней ставят? Обычно раньше ставили 180 дней, кому-то 25 дней. И многие телеграм-каналы, которые не знают, как было раньше, они все орут, что там... Всю жизнь ставили 180 дней, а вот сейчас начали ограничивать. Никогда такого не было. И 180 дней ставили избранно, на самом деле. Их было крайне мало, и никто не понимал, на основании чего это все происходит. Обычно ставят по количеству тур-дней. То есть, если у вас, например, тур оформлен с бронями отелей и прочим на 20 дней, то вам ставят, как правило, 23 дня на случай, если вы заболели и не можете выехать раньше, и с вами что-то случилось. Плюс 2-3 дня обычно ставят. Поэтому рассчитывайте приблизительно на этот срок. То есть, если у вас тур там, на 14 дней, на 15 дней, то в таком случае вам дадут 17 дней. На все про все, на всякие поиски, всяких дат и прочее у вас будет порядка 14 дней. А потом вам нужно переезжать в Тихуану. Потому что в Тихуане всем все равно, какие у вас Электронные разрешения, периоды разрешения пребывания в стране и так далее. Там пограничный город, там другие правила игры, там вообще всем все равно. Вот. Поэтому в Мексику нужно приезжать максимально прозрачно и максимально открыто. Если вы начинаете мухлевать с датами, с бронями, с обратными билетами и так далее, вы неминуемо себе обрекаете на то, чтобы влететь в колоссальные проблемы и заплатить дважды, а то и трижды, чтобы попасть в эту самую злополучную Мексику. Через Кубу ехать не надо. Потому что это большие-большие проблемы. Есть люди, которые проехали через Кубу и орут, что все замечательно них произошло. Но вы видите лишь кончик большого айсберга. Вот, потому что все, что там под водой, там большие сплошные проблемы. Будьте там вот лучше на кончик айсберга, чем вот в этих пучинах проблем, из которых люди потом пытаются выбраться. Мало того, многих разводят целые семьи, дети, туда с детьми едут, и потом не знают, как оттуда выбраться. Вот как бы и все. Ролик небольшой, да, но при этом я думаю, что я вам четко обозначил пути, возможные правильные пути передвижения в сторону Мексики. Еще раз повторим, это Турция и Дубай. Через Европу лететь не нужно, через Кубу лететь не нужно. Поэтому... Нравится вам подешевле Турция ну, с небольшими рисками. Да, мы можем вам сделать через Турцию с небольшими рисками. Если вам нужно чуть подороже, у вас есть вот такая финансовая возможность, и с наименьшими рисками, мы делаем через Дубай. Вот и все. Никаких других тут там троллейбусных маршрутов никаких нет. Далее, для граждан Армении, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, всех тех, которых очень любят облапошивать и обманывать людей. Люди, значит, Уважаемые друзья, никаких зеленых коридоров не существует. Можно профессионально сделать, подготовить документы, да? правильно их собрать, правильно забукать вам отель, подтвердить регистрацию, эту регистрацию провести по всем каналам. Да? То есть максимально сделать правильные билеты, без всяких фотошопов и так далее, подготовить настоящий турпакет. Это одно. Это профессиональная работа экспертов, которые занимаются туристическим бизнесом. Если вам говорят, что у нас зеленый коридор, заплатите нам 20 тысяч долларов, а такое точно есть, и я об этом точно знаю, и вам говорят, что за 20 тысяч долларов вас нигде никто не остановит, вы нам заплатите, и вы проедете до самой там, Тихуаны, все будет замечательно, это все вранье. Мексиканцы не идут на сделки ни с какими компаниями, это абсолютно точно, поэтому все, что вы заплатите, это будет исключительно пожертвование на строительство дачи того или иного перекупа или так далее. Поэтому все эти деньги уйдут впустую. Не тратьте деньги, они вам еще пригодятся. Тратьте деньги исключительно на официальные туры, официальные авиабилеты, на официальные бронеотели и так далее. Никого обманывать здесь не надо и придумывать что-то не нужно. Вот и все. Ну а если вам нужен тур, то вы можете купить его через TBK. У нас есть партнеры, профессионалы, эксперты, которые продают туры и базируются они в городе Москва. Вот. Если хотите, пожалуйста, в телеграм-группе THBK есть администраторы Бурцев и Киселев, это я и мой коллега. Вы можете непосредственно к админам написать. Мы никогда не пишем первыми, помните об этом, что есть мошенники под нашими именами. Чтобы попасть исключительно на нас, вам необходимо именно админам написать. И мы обязательно вас проконсультируем и передадим в руки тур-менеджеру, который непосредственно с вами свяжется и посчитает весь тур досконально. Если вы хотите лететь самостоятельно, вы это можете делать ровно точно так же. Ну, естественно, все риски вы уже примеряете на себя. Вот. Но, опять же, я вам сказал, какие правильные наиболее маршруты, через когда вы хотите лететь самостоятельно, и что нужно для того, чтобы максимально приблизиться к успеху и проехать в ту же самую Мексику без каких-либо разворотов. Ну, а если вам эта информация хоть столь стала там, э, значит, полезна, поставьте лайки, и я буду очень признателен. Если у вас какие-то остались вопросы, вы напишите в комментариях под этим видео, я обязательно добегу и обязательно на них отвечу. Всем спасибо, всем пока, обязательно подписывайтесь на наши обновления, на наш канал, у нас много всего интересного, и обязательно телеграм-группу, мы туда выкладываем и часто-часто сами отвечаем на все вопросы в онлайн-режиме, то есть увидели вопрос-ответ. И мы обязательно ответим. Ну а скоро будет прямая, прямой эфир с Алексом Таваряном. Уже буквально через несколько дней. Смотрите за обновлениями, приходите на прямой эфир с Алексом и иммиграционным адвокатом, и мы ответим на все ваши вопросы в прямом эфире. Всем пока.